Две команды, одни выпускники, другие игроки 2001 года рождения. Противостояние таких хоккеистов увидишь редко, и то только по особому поводу. Спортивный клуб «Полюс» отметил свой юбилей захватывающим шоу. Голоматч, игра вратарей и скоростной бросок. Порадовали зрителей своим выступлением и юные фигуристки. Далее началось самое интересное. Голоматч между командами «Полюс» и «Полюс-2001» длился недолго – 15 минут. Несмотря на то, что он был неким междусобойчиком старых друзей, нужно было выявить победителя. Встреча завершилась со счетом 5-0 в пользу более опытных хоккеистов. После матча прошел конкурс на самый сильный бросок – 3 игрока от каждой команды. Скорость полета шайбы измерял специальный прибор. Лучший результат показал нападающий Даниил Дьяченко из команды выпускников. Он сумел разогнать шайбу до 130 км в час. Как-то получилось само. Просто разогнался посильнее. Главное скорость набрать, и там уже какой-то бросок пойдет. Завершился праздник противостоянием, в котором участвовали одни вратари. Играть в громоздкой вратарской экипировке было тяжело, поэтому матч был сокращен до 10 минут. Основное время завершилось ничью 1-1, а победитель был определен после буллитов. Спортивный клуб «Полюс» берет свое начало с 2008 года. За это время 19 его воспитанников приглашены в различные хоккейные клубы России. За эти 10 лет несколько сотен мальчишек и девчонок занимались своими любимыми видами спорта. Некоторые из них достигли каких-то результатов, некоторые просто научились хорошо кататься на коньках, получили массу положительных эмоций, здоровья. И в любом случае занятия спортом, они сплачивают коллектив. И наша задача в первую очередь – это воспитать гармонично развитую личность. Помимо хоккея, конькобежного спорта и фигурного катания, в планах клуба включить в программу такой вид спорта, как кёрлинг. У нас было предложение Олимпийскому комитету России развивать этот вид спорта на базе ледовой арены «Альстигар». Но, к сожалению, пока мы отклика не получили. Надеемся, что все-таки этот вариант заинтересует. В настоящее время на базе «Полюса» активно развиваются хоккей и фигурное катание. Около 500 детей имеют возможность заниматься этими видами спорта. Ребята завоевывают призовые места не только на местных турнирах, но и на соревнованиях всероссийского уровня. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный, новости спорта на Восьмом.